Ну что, начали? Начали вместе. Раз, два, три. Можете считать ваши повторения и написать мне позже, сколько у вас получилось. Но 20 секунд мне обычно занимает 12-13 повторений. Старайтесь садиться хотя бы до 90 градусов. Rest. Отдыхаем 10 секунд. Теперь ставим ноги немножко шире. То есть не расширение. 3, 2, 1, go. Ноги широко на плие. Это будет хорошо работать. Также внутренняя часть бедра. Three, two, one, go. Садимся глубже и пятки не отрываем от пола. Дышим. Меня уже ножки чувствуют. Не знаю, как у вас. Пишите, на каком приседании у вас ножки чувствуются. Three, two, one, rest. Следующее удержание. Ноги на ширине, руки за головой. И будем держать. 3, 2, 1, go. Держим. Опять же, где старайтесь оставаться хотя бы на 90 градусов. Не слишком высоко и не садитесь слишком глубоко. Держим. 3, 2, 1, rest. Теперь делаем приседания с шагом в сторону. То есть шаг, присед. 3, 2, 1, go. Раз. И другой. Небольшой шаг. Дышим. Three, two, one, rest. И два последних. Это плиометрические. Идем внутри прыжок и снаружи. 3, 2, 1, go. То есть остаетесь как бы в полуприседе, только меняется положение ступней. Вот тут уже у вас мышцы, не знаю, ваши, мои уже горят. 3, 2, 1, rest. И последний присед, прыжок. Ноги вместе и врозь. 3, 2, 1, go. Старайтесь приземляться тоже на пятки. 3, 2, 1, done. Отдыхайте минуту и повторяйте еще хотя бы два раза. Ну что, готовы к следующему подходу? Поехали. Давайте со мной. Опять же, ноги вместе. Как я сказала, старайтесь оставаться хотя бы на 90 градусов сидеться. Так, еще. 3, 2, 1, rest. Ноги немножко шире. 10 секунд отдыхайте. Можете взять вес руки. 3, 2, 1, go. Хорошо. Дышите. 90 градусов опять. Садимся. 3, 2, 1, rest. Ну, теперь ставим ноги на ширине плеч. И стараемся, опять же, садиться до 90 градусов. 3,
two, one, go. Если можете глубже, давайте глубже. Опять же, держите пятки на полу. Старайтесь пятки не открывать. Three, two, one, rest. Хорошо. Следующее. Плие. Опять же, носочки в стороны. И садимся глубоко. Three, готовы? Two, поехали. One, go. Почти. Three, two, one, rest. Следующие ноги на ширине, и мы делаем удержание. А позиция three, two, one, поехали. Go. Держим. 90 градусов. Опять же старайтесь, чтобы ваши ягодичные были хотя бы на 90 градусов. Не слишком высоко, слишком низко. Держим. Кстати, эти мышцы очень хорошо работают. Three, two, one, rest. Хорошо. Следующий шаг в сторону. Присед. Держим ноги вместе. Теперь Three, в сторону. Шаг two, в присед. One, поехали. Go. Не слишком большой шаг в сторону. Опять же, помним, остаемся на пятках. Толкаем через пятки. Если у вас пятки отрываются от пола. Three, старайтесь. Может, меньше приседать. Rest. Последних два осталось. Первое будет приседание. Three, two, one, go. Остаетесь глубоко. Тут работают ноги и в статике, и в динамике. Опять же, старайтесь оставаться на пятках. Three, two, one, rest. И последнее. Плие приседания. Ноги внутренние ноги. One, поехали. Go. Опять же, остаемся на пятках. И третий кружочек. Пишите в комментариях, сколько вы сделали. Ну что, последний, третий раунд. Three, поехали. Two, one, ноги вместе. Как я сказала, можете взять руки или гантелю, или бутылку воды, если вам становится легко. Но, как видите, мне даже тяжело с моими ножками. И это только третий подход. 11 минут. Я уже вся мокрая. Three, two, отлично. Ноги чуть-чуть шире. Опять же, ступни вместе работают внешнюю. Three, я ступни. Two, one, go. Поехали. Хорошо. Попробуйте делать этот комплекс каждый день, не пропуская. Все равно сейчас утро я проснулась еще на отдыхе. И я делаю это. Three. Я офигенно себя чувствую. One, rest. Отлично. То есть все равно, где вы это сделаете. Утром, вечером, днем. Как видите, Three, ваш тренажер это ваше тело. One, go. Просто делайте. И я вам отвечаю. Вы заметите изменения в вашем теле, в ваших ножках. И сжигаете еще одновременно лишние калории. Хорошо. Three. Two, one, отлично. Rest. Ножки в стороны. То, что вы меня спрашиваете за внутреннюю часть бедра. Three, очень хорошо two, работает. One, поехали. Go. Опять же, у всех разная растяжка. Вы, может, не будете так глубоко садиться, но опять же старайтесь, чтобы ваши пятки оставались на полу. Толкайте через пятки для проработки ягодиц. Three, two, one, rest. Следующее у нас удержание. Prisoner или
тюремщик называется. 3, 2, 1, go! Поих, держим. Также, как я сказала, 30 секунд, 20 секунд держим. Старайтесь не менять позицию. Остаемся на пяточках, не старайтесь подниматься на носки. Ух, видите? Опять же, это 15 минут. 3, 2, 1, rest. Отлично. Следующий. Шаг в сторону, шаг в сторону. 3, 2, 1, go. Поехали. Если не можете запомнить, какие названия упражнений, напишите на бумажке и положите перед собой. Через некоторое время, если будете делать это каждый день, вы их запомните. Хорошо. 3, 2, 1, rest. Отлично. Почти. 3, 2, 1, прыжочки. Go. Внутрь, наружу. Стараемся опять же полуприседе. Последний. Присед, прыжок. 3, 2, 1, go. Хорошо. Добиваем, да, не останавливайтесь. Когда пекут мышцы, это самое лучшее. 3, 2, 1, done. 3, можете больше. Вперед.